Снежана поет песню для своего папы. Алла уже нас снимает на видео. Канал Вадима называется «Мгновение моей жизни». Это одно из самых лучших мгновений, когда дочь поет песню для тебя. Це моя така гумореска на всі праздники жизни. Отак. Трамваї повно, що ви за народ? Впереді свободно, проходи вперед. Ти чого, чувішка, прешся на носок? Або біла, що ли, в голові пісок? Ніяких понять об культурі нет. Убери свой локоть, он же как шкілет. Дама в полосата, топай веселей. Трудно ж протолкаться, как среди джунглей. Ты пижону шляпе глазом не коси. Здесь тебе неудобно, ездяю такси. Да протри гляделки, кореш дорогой, ты же мне на тухлю лезешь сапогой. Что ты стоишь хахоньки, будто ни при чем. Я же тебя спрашиваю русским языком. Так бував в трамваї здоровань гука. А у нього мова, чуєте, яка? І либонь гадає лобуряка той, що він русский знає, як той Лев Толстой. Ой, це вони. The story about language. Don't put your foot on my story. Don't put your foot on mine. Дорогие мои друзья, близкие, родные, знакомые, с которыми я познакомился с первого дня своей жизни в Америке, с которыми я познакомился сегодня, первое мое знакомство, я вас приветствую. И всех, всех вас, мои родные, близкие, друзья, знакомые, я сердечно благодарю, что вы пришли разделить со мной этот праздник, это торжество, эти мои 60 лет, которые мне исполнилось. Я душой еще могу жить, так что будем зажигать. Всем огромное спасибо. Я всех вас люблю, я всех вас обнимаю. Я всегда рад вас видеть у себя дома. Двери моего дома всегда для вас открыты. You welcome anytime. Днем, ночью, вечером, утром, в обед. Добро пожаловать. Не, ночью не надо. Ночью не приходите.
Ну, в жизни всякое может бывать. Угощайтесь, дорогие, пожалуйста. Мы уже как бы объелись. Ой. Ты приехал недавно или? Я же дома не приеду. Дома не приеду? Угу. Думаю, может, завтра, если завтра поеду. Куда? А, может, Флорида. Ну, если Флорида, возьми меня, пожалуйста, в багажник. Серьезно. Зачем багажник? У меня в спальне есть. Мне надо отсюда поскорее улететь. Я уже думаю, куда. А что так? Семейные обстоятельства такие. Семейные обстоятельства? Может, уже на Флориде раз была, может, еще раз. Да я недавно приехала, как неделю тому назад. Серьезно? А где? В Орландо? Я была в Сарасоте. Я поехала сначала в Майами, потом через два месяца поехала в Сарасоту. И сейчас уже опять хочется куда-то. Не поседа, наш человек. Ну, свободная девочка. Куда лечу, куда хочу, туда летаю. О, как это здорово. Ну да. А я вот не свободна, у меня есть собственный водитель. Все нормально? Все хорошо? Андрей, а? Андрей, что сама? Ты что, рулишь? Ты мне не изменяешь, да? Нет. Любишь меня и все. Пошли мне все нахрен, скажи эти мужики. Все правильно, молодец. Это так тяжело. Привет, сколько лет? Уже в апреле будет 15. Во. Happy birthday. He drives nice party. 15 nice. Years. Thank you. Happy birthday. 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 Будьте здоровы. Happy birthday. Речка. Right on down. Я прислезилась. Пусть думает, что я плачу. Надо поступать, а не многим заниматься. Очень. Там было дело, признаюсь. Там сказали, ваш голос нехороший. Maybe you don't like it. Maybe you're like it. Вот это. Мне уже 63 года. Такие актрисы. Мне уже закапывать пора. Не закапывайте меня, сожгите дафиг. Я знаю одну женщину, она начала, она тоже хотела быть актрисой, и начала свой старт с 60, ей было 63 года. И она начала, и где она проходила кастинг, там ее прогнали. Сказали, что ужасно, туда-сюда, типа, что по возрасту не подходит. Но она сыграла эту роль, свою, там, где дали бумажку, на отлично, просто на 100%. И через 3 года она не сдалась, она пошла на другие кастинги, она училась. И через 3 года она достигла очень высоких успехов. Like, 3-4 года. Thank you.
I feel like I feel like better. Richard с вами идет. I'm with you now. I'm the same. Gentlemen. Go. С двумя джентльменами. Да, два, целых два. Go together. Вот же сын, вот. In one of those, you know, the little portable little kitchen things. What am I thinking? The guest stove? Like no. The portable guest stove? No. You know, like at the fair or whatever. Это Роберт. Or the Bite of Seattle or whatever. They have a food truck. Oh, okay. She was in a food truck. Okay. Like, right? And I seen her in the back. In the back, and I was trying to, you know, pick what I wanted to eat, you know what I'm saying? And I said, Babushka, you know, and she looked at me, and I said, hello, how are you doing, you know what I'm saying? And she said, oh, nice, and I said, I want to eat, you know, I don't know, you know what I'm saying? Yeah. And she said, don't worry, baby, I take care of you. Grandma gave me all the stuff, yeah, you know, and told me, no, you don't pay for nothing. I said, Viva, she said, oh, I like you so much, so much. Don't sit on head. She said, I am. Yeah, nice, lady. She was 80. She came all the way out of the thing, gave me a hug. And that's everything. Awesome. Yes. Wow, that's cool. Yeah, I was cool. So it's like a Russian food truck, basically. Yes, they sell like authentic Russian food. I want to say it said pierogi. It said pierogi on it. Okay. It did say pierogi on it. So you know how to read in Russian? Well, I just knew what I wanted. You know what I'm saying? I knew what I wanted. I said I wanted to be in a pierogi, you know what I'm saying? And she made me the crepe meat in there and all that stuff. I think I seen them over there. Yeah. Yeah. The crepes, yeah, the налисники. The crepes, definitely, yeah, right? Yeah. Cheese. She made me some of them. Cottage cheese filled. Yes. Налисники, знаешь, там на столе? Да. It's just crepes по-английски, да? So, basically, yeah. Yeah. Рекомендую всем попробовать.